Операционный блок Ивановской областной больницы отремонтируют в этом году. О предполагаемом масштабе работ администрация учреждения рассказала губернатору Павлу Конькову. Нашлось, что и показать. Промочки на потолке, потрескавшаяся краска на стенах, старенькие двери и полы. Капитального ремонта здесь не было как раз с момента открытия, с 1980 года. Планируется отремонтировать полностью систему вентиляции, систему кондиционирования воздуха, соответственно, выполнить ремонт общестроительной работы, ремонт помещений, поменять, соответственно, я так понимаю, крышу сделать и соответственно, выполнить ремонт системы разведения газов, подачи газов, углекислого газа, кислорода. Все это будет централизовано. Оперблок занимает примерно половину второго этажа административного корпуса. Здесь 8 операционных, которые уже давно не соответствуют современным требованиям. А ведь через них проходит примерно 8 тысяч пациентов в год. Общая сумма получается 55 миллионов. 35 миллионов – это деньги бюджетного финансирования, и остальные деньги – это средства ОМС. Ремонт текущий и капитальный планируют выполнить до декабря этого года. Оперировать не прекратят. Правда, сложности все равно возникнут. Придется задействовать помещения других корпусов больницы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.